Привет, привет! Видео будет на тему, что нужно быть поближе к простому народу. Все замечательно, что есть суперстали, бренды именитые, которые производят самые разные ножи, мастера, мастерские, которые изготавливают весьма качественную продукцию. Но скажем так, что хороший нож, он и точится хорошо. А тем более, имея доступ к тому обилию информации, которая присутствует на просторах интернета, там видеоматериалы, форумы, литература, доступ к современным качественным абразивам, возможность приобрести хорошее заточное приспособление. Все это позволяет современному, скажем так, человеку, у которого есть определенный набор ножей, хороших качественных ножей, ну, достаточно легко и непринужденно поддерживать эти инструменты в хорошем состоянии. С другой стороны, подавляющее число людей пользуются самыми разными ножами самого разного качества. Подавляющее большинство этих ножей, скажем так, имеет китайское происхождение. Ну, китайское не всегда плохое, потому что есть и хорошая китайская сталь, и плохая китайская сталь. Но, тем не менее, таких ножей очень много. Этих ножей большинство, и ими пользуются окружающие люди. Вот. Поэтому с большим удовольствием смотрю каналы там, Александра Прилепского, там, Евгения Лукьяненко или Дмитрия Дмитриевича, поставщика камней Сунгари во дворы разных величеств, в том числе и мне. И люди берутся за самые разные, порой запущенные экземпляры ножей и затачивают их, в принципе, получают неплохой опыт, развиваются с точки зрения заточки и с моей точки зрения. Вот. И я, конечно, смотрю там, по друзьям, по знакомым, по родственникам, по соседям там, по даче, по соседям на дачах родственников. Вот, и попадаются такие, ну, вижу, чем люди пользуются, на самом деле, на кухне, там, ну, там, есть какой-то там застолье, какие-то посиделки, гости. Ну, ножи, в принципе, конечно, если увлекаешься ножами и заточкой, конечно, обращаешь внимание и видишь там порой такой трэш, что, ну, просто там хочется срочно взять такой нож и его там переточить. Вот набрал себе самых разных ножей. Там, такого плана, такого-то у меня лежит, тоже взят. Там, наконец-то у меня дошли руки, впервые, наверное, уже за несколько лет ко мне попала тармантина. Все это буду затачивать. Вот, и, соответственно, попытаюсь сделать что-то более-менее приличное с заточкой этих ножей. И на самом деле цель преследую две цели. Ну, во-первых, самому получить дополнительный опыт. Не скажу, что мне это шибко интересно, но есть чем повозиться. С другой стороны, я думаю, что получив ножи обратно, увидев, что они там стали резать, ну, я надеюсь, что они будут резать значительно, на порядке лучше того, что есть, возможно, люди задумаются о том, что есть и другая жизнь, есть и другое качество ножей и качество того реза, который эти ножи могут обеспечить. Может быть, как-то они пересмотрят свои взгляды и на ножи, и на заточку ножей. Может быть, что-то в их жизни на кухне изменится. Ну, вот такой, скажем, как бы евангелизм заточной, который, наверное, тоже, ну, и я, и те, кто увлекается заточкой, могут нести осторожно в массы, там, ни в коем случае не навязывая ни свое мнение, ничего. Ну, на конкретном примере я вот посижу, повожусь и, как бы, заточу эти ножики в свободное время. Вот. Далее я там прикреплю небольшой кусочек, тоже, как бы, одна из причин, почему я тоже взялся за вот эти ножи, тут часть ножей с дачи тещи, тоже они уже в достаточно таком, ну, потрепанном состоянии. Вот, точили их самые разные люди на самых разных, самых страшных абразивах. Ну, постараюсь привести в порядок
вот, и верну уже в заточенном состоянии. Вот, и прилеплю небольшое видео, тоже у соседей, у родственников по даче. Зашел во двор и увидел, что стоит точило и заточена пара ножей. Вот, а пикантность ситуации заключается в том, что эти ножи профессионального повара. Вот, ну, там уже люди в возрасте, но вот покажу реальный пример профессионального повара, который работает у себя дома вот такими ножами. Так что вот и такие бывают случаи. Все как бы не так просто в этой жизни. Жизнь богата примерами. В общем, такие дела. Дальше небольшой кусочек видео. Испытываю физическую боль, глядя на результаты.